Друзья, всем привет из Светофора. Сбежала тут мимо, была неподалеку от него, зашла посмотреть, что тут есть. Тут активно все, конечно, разбирают, завоза не было в одежде. Смотрите, разобрали все носки, все капроновые колготки практически. Кстати, 40 ден вот такие колготки гламур, 93,60. Следочки тоже подразобрали, 138,14. Мужские и женские, три пары в наборе. Они такие коротенькие. Так, материал, хлопок 80%, остальное синтетика. А вот что появилось, это вот такие спортивные, сейчас скажу вам, как они правильно называются, тайсы. Вот смотрите, резинка, похоже на лосинчики, к низу заужены. Стоят они 395 рублей. Так. И сейчас посмотрим, может, какие-то другие резиночки еще есть, цвета. Они вот в упаковке, смотрите, есть и серый цвет с надписью. Так, вот пока зеленые, серые, так, и вот такие еще. А размеры не указаны. Обычно на ценнике пишут, но нужно будет смотреть на каждом. Ну, я думаю, до 52-го-то точно будут. Так, и джеггинсы еще женские, с 42 по 50 размер, 340 рублей. Это вот такие, они каждый год привозятся. Очень удобно в них ходить дома. Но на некоторых все портят вот эти пайетки несерьезные, конечно. Однотонные на мой вкус куда получше будут. Так, ну и здесь тоже все уже разобрали. Футболки поло еще остались. 498 рублей. 100% хлопок. Ткань пике. Ткань, кстати, у них такая плотная, хорошая. Остался желтый цвет. Ярко-желтый. А вот еще вот такой. Светлый. И в детской одежде тоже практически ничего нет. Ну, шортики детские вот. Но они на маленьких совсем. Сколько тут, я не знаю, 98-104 сантиметра. Вот такие есть синие, зеленые. Стоит 228. Футболок тоже совсем мало. И цвета не очень. Одна вот прикольная осталась на 140 с пчелками. По 111 рублей. Пластыри появились. Лейкопластыри, вернее, разных размеров. 100 штук в упаковке. Смотрите, дышащая полимерная основа, влагостойкие и не раздражают кожу. 132 рубля за 100 штук. Очень даже неплохо. Перцовые пластыри, но они, по-моему, были 10 на 18 сантиметров. 5 штук разогревающие. Стоит 73 рубля. Освежитель воздуха, сменный блок пришел за 89 рублей. Фирма Sunny Day, 2 в 1. Свежести настроения. Летний дождь, аромат зелени, усыпанный утренней росой. Прям целые стихи, прям поэма. 89 рублей. Порошки новые пришли. 6-килограммовый лотос для цветного и белого белья, универсальный, 244 рубля. И еще один порошок, называется Тори. Тоже 6 килограмм, стоит 249 рублей. Какое-то новенькое название. Мне издалека показалось, что это сорти, но нет. Тори. Женские прокладки новые. Кстати, тут с перебоями стали поступать вот эти предметы женской гигиены. То они есть, то их нет. Вот такие. 10 штук. Нормал с крылышками. 56 рублей. Но цена, конечно, очень бюджетная. Средства для чистки туалетов, ванных комнат, раковин, в общем, всего 8 в одном от фирмы Санфор. 86 рублей. Так, а сколько здесь миллилитров-то? 1 литр. Упаковочка большая. Новая туалетная бумага. Трехслойная, 8 рулонов в упаковке. По 30 метров каждый. 189 рублей. Влажные детские салфетки с алоэ вера
и с удобным клапаном 0+, 180 штук за 66 рублей. Конечно, это тоже очень выгодная цена. А вот эти салфетки еще дешевле. Я их постоянно покупаю и использую дома для уборки. Пыль убираю. В общем, удобно очень. С антибактериальным эффектом. Но это для пыли не важно, конечно. 120 штук, 51 рубль всего. Подобрали тихонечко к посуде. Новые кастрюли пришли, эмалированные. 5,5 литров. Вот такой интересной формы. 794 рубля. Я округляю тут немножко, чтобы копейки не говорить. И вот такие формы. Формы уже эти были. Еще тут есть до сих пор 3,6 литра объем. 38 на 8 на 23,9 на 6,6 сантиметров. 481 рубль. Жаропрочное боросиликатное стекло. Подходит для запекания, конечно же. Очень прикольные, на мой взгляд, контейнеры пришли для сыпучих продуктов. 3 штуки. В наборе объем 1 литр 400 миллилитров. Пищевые продукты можно мыть в посудомоечной машине. Не содержит вредных веществ. Стоит всего 127 рублей. Есть вот клапан, смотрите, интересный. Открываешь и насыпаешь продукт. Здорово. Также можно оставить друг на друга. Все будет устойчиво стоять. Ну, цвета крышек только такие. Так, ну а тут у нас уже брикеты с древесным углем. 2 килограмма 99,90. Так, и еще есть уголь березовый. 20 литров упаковки по 130 рублей 20 копеек. Тут сейчас все как попало расставлено, конечно. Мебель уже и здесь. Обычно она здесь не стояла. Ну вот, смотрите, какие кресла пришли. Называется «Луна». Очень здорово смотрится. Вообще такие можно, например, и на лоджию поставить. Царское кресло для себя. 1709 рублей. До 120 килограмм. Выдерживает 80 на 76 сантиметров размер. Есть еще синий цвет. Молоко питьевое оттяжено. 3,2 жирности. 50 рублей сейчас стоит. Сдобные печенюшки. Домашняя называется. 156 рублей за 1 килограмм. Вот так вот выглядит. Большая упаковка, конечно. Шоколад от фирмы Победа. 3 штуки в упаковке. Каждая шоколадка весит 80 грамм. Хороший состав. Стоит 139 рублей. На первом месте здесь и какао-масло, и тертое какао. В общем, без заменителей, так сказать. И вот такие еще есть. Просто пористый шоколад по 85 рублей. Также 3 штуки в упаковке. Конфеты называются «Герои сказок». А вот такие большие вафельные. Стоят 103 рубля за 500 грамм. Вот, поближе вам покажу. От фирмы «Сладонеж». Масло растительное, рафинированное. 4,5 литра. 440 рублей. Есть еще нерафинированное. Здесь уже 5 литров. 545. И еще одна новиночка в печенюшках. Называются они почему-то «Полоска». Хотя тут и цветочки, и кружочки, и овалы, я не знаю, всякие разные. Стоит 163 рубля за 1 килограмм. Крекеры с солью, смотрите, со вкусом бекона. 500 грамм, стоит 53 рубля. А вот такая еще интересная новиночка. Фирма «С полей Алтая», перловая и ячменная крупа. Она в пакетиках, тут 5 пакетиков по 80 грамм. Общий вес 400 грамм, стоит 37 рублей. Есть и гречка пакетированная по 51 рублю, 5 пакетов по 100 грамм. И хлопья овсяные «Ясно солнышко», но я их уже показывала. Конечно, ассортимент сейчас большой. Ну, вот кто вот так делает? Вот смотрите, и это же все люди творят. Берут, раскрывают вот это все. Зачем? Крупа ассорти, рис, гречка, пшено и ячка. 54 рубля. Кофе тоже есть. Черная карта, как всегда, 300 рублей за 190 грамм. Стекло.
Ну и еще один вариант — это вот такой кофе. Тоже стеклянные банки, пирамидка. Rich Door. По 243 рубля за 220 грамм. Интересная новинка в консервах. Каша пришла гречневая, рисовая, какая там еще перловая с говядиной. 250 грамм. Ну, это, например, гречневая. Воронежская область производитель. Есть и рисовая, конечно. Вот. И еще должна быть перловая. Ну, видимо, еще где-то стоит. Стоит 73 рубля. Еще пришла оленина тушеная. Такое редко бывает. Курганская область производитель. Стоит 138 рублей. Ну а тушеная говядина здесь два вида. Есть по 525 грамм. 134 рубля это вот такая. И отрос резерва 158 рублей за 338 грамм. Граммов поменьше, но подороже стоит. Горошек по 39 рублей 400 грамм. Ну и кукуруза по 60 рублей. Дорогая такая. 400 грамм. А может и нет. Снова привезли перетертые апельсины и лимоны по 100 рублей. Вот такая баночка. Аппетитно выглядит. Протертые с сахаром. 570 грамм в стекле. Так, здесь у нас лимончики. Абрикосовый джем. Абрикос, яблоко, груша. 590 грамм за 80-15. Так, как это тут выглядит? Ну, наверное, в основном тут яблоко в составе. Абрикос, наверное, поменьше, конечно. Производитель Новосибирск, если я там правильно разглядела. Смотрите, что нашла в заморозке. Тоже какой-то новый продукт. Чебуречки. Вот такие. Они уже готовы. Их нужно только разморозить. Ну, в микроволновке. Разогреть и все. 1 килограмм за 133,30. Кстати, начинка мясная, куриная. И состав тоже хороший. Мясо птица, лук репчатый, вода питьевая. Ну, и так далее уже. Так, зашла в заморозку. Тут будет немного шумно. Махеев майонез. 1 литр 159 рублей. До чего, конечно, тут аппетитное сало. Я все время, когда на него смотрю, у меня прям слюнки бегут. Не знаю, оно сильно соленое или нет. Брать, не брать. 255,50 за 1 килограмм. Сыры. Российский луговой. Но тут заменитель молочного жира, поэтому не будем на нем останавливаться. Лимберон. Славянский, голландский, императорский, вот это какое-то новое название, 389,95, есть российский и Эдмунд. Кстати, продавцы очень хвалят Эдмунд, говорят, что его быстро разбирают, и он очень вкусный. Новое сливочное масло, вот такое крестьянское, сладкое, сливочное, 72,5% жирности. Челябинская область, производитель, 400 грамм в упаковке, 120 рублей 70 копеек в таком интересном контейнере. Сыр творожный, целых 400 грамм, 65% жирности. Сыр творожный сливочный от Коченевской буренки, 158 рублей стоит. И вот такой плавленый сыр, тоже очень вкусный. Все время его беру, часто, по крайней мере, нет, правда, грибного. Раньше был. 166 рублей. Стоит за 370 грамм. Друзья, в прошлый раз показывала вам вот такую ветчину с индейкой. Знаете, я ее брала, мне понравилось. Не знаю, как кому, кто бы что ни говорил, но я с удовольствием поела. 264 рубля стоит за 1 килограмм. У меня, по-моему, вышло чуть побольше килограмма, когда я брала. Ну, там на кассе все взвешивают, естественно. Так, и вот такая вот докторская еще колбаса. Категории А, 203 рубля за 1 килограмм. Тоже что-то новенькая какая-то упаковка. Вот такую тоже в прошлый раз показывала.
Покупала ее, мне она тоже понравилась. Но она немножко солоноватая. Кто такое не любит, то может быть и не понравится. 130 рублей стоит за 800 грамм. Очень часто у нас вот такой хлеб привозят, мясной, чайный, Гермес, 233 рубля. Подскажите, кто брал, как оно на вкус? Вот я все смотрю на него, ни разу не покупала. Не знаю, вкусно, невкусно. Сардина Иваси в вакуумной упаковке холодного копчения. За килограмм 227 рублей. Здесь, например, 300 с чем-то грамм, 374. Угу. Есть копченая селедка по 156 рублей за килограмм. И вот такая рыба красная, тоже холодного копчения, 707,85 за 1 килограмм. Так, и смотрю, какой-то квас тут появился. Не было его в холодильнике. Мировой квас. Настоящий, нефильтрованный, неосветленный. Стоит 59,90 за 1,5 литра. Нет, за 2 литра. Да, огромная бутылка. Но я все-таки люблю на разлив, не знаю. Свинина на кости тоже есть. 176 рублей. Так, окорочка куриная 184 рубля. Грудка охлажденная 183. Голень индейки 178. Стейк индейки 180 рублей. И охлажденное бедро куриное 147 рублей. Ну и в хозтовары сейчас забежим, посмотрим. Здесь все вместе. То есть и цветочные всякие штуки, и хозяйственные. Горшки цветочные появились с поддоном 2 штуки. Я так понимаю, идут. Да, 2 штуки вместе, одинаковых цветов. Пластиковые стоят 233 рубля 55 копеек. Ну, симпатичные такие, смотрите. Объем большой, какой тут, 4,5 литра. Тут еще зелененькие есть. Вешалки для одежды органайзер. Называется 5 штук. Смотрите. Вот такие. Не знаю, нет ни одной развернутой, чтобы хотя бы показать, как это все будет выглядеть. Стоит 296 рублей. Металлические. И вот здесь ПВХ. Еще мягкое такое. Ну и больше, собственно, ничего такого и нет. Все это показывала уже. Все контейнеры, ящики. Все это уже было. Как-то не сильно часто радует нас светофор новыми вещами. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.